Добрый день, друзья! И в сегодняшнем видео я хотел бы вам показать маленькую хитрость, как можно еще использовать вот такие вот обычные полотна. Вот в таком вот обычном держателе для ножовочных полотен. Ну а для начала мне нужно будет конструктивно изменить заводской держатель под ножовочные полотна. А это мне нужно будет снять ручку, спилить вот этот штифт и сделать отверстие. И также в верхней части спилить штифт и сделать отверстие диаметром на 4 мм. Вот так вот сейчас выглядят две детали, обработанные на наждаке. Теперь я буду делать отверстие при помощи дрели и сверла на 4 мм. Ну а теперь производим сборку в обратном порядке. Вставляем детали. Вот таким вот образом. И теперь нужно будет вставить в эти отверстия вот такие вот болтики и затянуть гаечками. Ну а теперь все 10 полотен я заряжу в держатель зубом вперед, как обычно. Ну вот, друзья, в моем случае, закрепив 10 полотен на держатель, можно эти полотна использовать как напильник. И сейчас я вам это продемонстрирую. Теперь я подберу одинаковые полотна, лишние уберу и покажу, как можно сделать качественный паз или пропил в металле. В данном случае я нашел 3 полотна одинакового размера и одной фирмы. И сейчас я вам покажу, как сделать пропил шире при помощи 3 полотен.
Ну вот, друзья, сегодня я вам показал маленькую хитрость, что можно использовать несколько полотен как напильник, а также при помощи 3, 4 и 5 одинаковых полотен можно сделать широкий пил. Так как иногда бывает, что при какой-то либо работе нужно сделать широкий пил. И этот широкий пил можно сделать при помощи обычных полотен, не имея болгарку. Так что я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. А если вам понравилось сегодняшнее видео, то не стесняемся ставить лайки, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. Ну а мы же с вами увидимся в следующем видео. Всем до скорого!